Большие всероссийские старты. В Иванове проходят соревнования по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Ольги Гладских. Турнир собрал под одной крышей более 700 гимнасток из 36 городов России. Спортсменки соревнуются во всех возрастных категориях от третьего юношеского разряда до программы мастеров спорта. Эти соревнования являются отборочными к всероссийским соревнованиям. Юные гимнасты – это для деточек возраста 10-11 лет, самые крупные соревнования в России. Также эти соревнования являются отборочными к всероссийским соревнованиям, к «Надеждам России». И детей очень много, талантливых детей очень много, способных детей очень много. И мы выбираем лучших из лучших. Упражнения с обручем, мечом, скакалкой. Таким маленьким и хрупким девочкам, выходя на помост, нужно совладать не только с собой и со своими переживаниями, но и с предметом. Со скакалкой, например, нужно быть собранным на все 100. Самое сложное – это главное, чтобы не запутаться в ней, и чтобы не торчали узлы. И сложное – это когда ты должен руки вытягивать и делать броски. Грацией и пластикой здесь завоевывают путевки на всероссийские соревнования. От Ивановской области участие принимают сильнейшие спортсменки, входящие в состав сборной команды России и региона. Итоги турнира будут подведены 25 сентября. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.